Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. Если вам нужно что-то быстренько приготовить к завтраку или просто к чаю, этот рецепт точно выручит. Ароматные яблочные колечки в нежном кляре – классика на все времена. Весьма бюджетно, вкусно и очень быстро. Ну что еще нужно, чтобы порадовать своих домашних? Список ингредиентов вы, как обычно, найдете под описанием к видео. Итак, к яйцу добавляю пару столовых ложек с небольшой горкой сахара, а вы берите по вкусу. Сюда же отправляю соль, ванильный сахар и корицу. Размешиваю. Выливаю кефир или можно заменить молоком. К муке добавляю чайную ложку без горки разрыхлителя. Слегка размешаю. Высыпаю сюда же и замешиваю тесто. Помытые и обсушенные яблоки среднего размера режу кольцами, толщиной примерно 7-10 мм. Я использую яблоки вместе с кожицей, а вы действуйте на свое усмотрение. Затем из каждого кружочка вырезаю сердцевинку специальным приспособлением. То же самое можно сделать, например, рюмкой. Ничего страшного, если отверстие будет побольше. Ну вот примерно такие колечки должны получиться. Далее обмакиваю каждое колечко в кляр. Лишнее тесто можно убрать об край миски или другой вилкой. И выкладываю на сковороду с хорошо разогретым растительным маслом. Количество масла берите на свое усмотрение. Можно даже сделать во фритюре. Обжариваю сначала с одной стороны, затем переворачиваю и довожу до готовности с другой. Лично я не люблю, чтобы яблоки становились слишком мягкими. Поэтому выбираю силу нагрева такую, чтобы тесто пропеклось, но при этом яблочные колечки оставались плотными. Вы также ориентируйтесь на свой вкус, свою плиту и сковороду. Яблочные оладьи посыпаю сахарной пудрой. Можно также обвалять их в смеси сахара и корицы. Ну вот так просто и быстро можно приготовить великолепный десерт или завтрак. Отличная альтернатива обычным оладьям. Кстати, можно подавать просто так, а также со сметаной или медом. Если вам понравился сегодняшний рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть Поесть и смотрите другие, не менее вкусные и простые рецепты. Желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.